Сегодня у нас первый день рождественских праздников, украинских рождественских праздников, и мы, как миколайки, исполняем мечту. Ее. Расскажи нам, какая мечта была? Попасть на морское око. И мы сейчас идем на морское око. 7 января 2018 года. Рождество! Рождество! Почему ты хотела попасть на морское око? Потому что там очень красиво. Ребята утверждают, что мы в облаке, потому что здесь выглядит туманисто. Уже идем по ступенькам в гору, и я надеюсь, что нам остался час, так как это говорят. Потому что все же немножко измотаны. И вот, наконец-то, мы дошли. Здесь очень красиво. Верхушки гор даже не видно за облаками, только некоторые пики. Здесь невероятно красиво. Из-за того, что сейчас зима и озеро замерзло, то некоторые люди туда даже заходят. Идем искать нашу Вику, потому что это ее мечта осуществилась. На самом деле, я давно думала, хотела сюда приехать, и мы думали приехать сюда летом, но зимой это просто сказочно. Так, как ты себе представляла? Наверное, лучше. Круче? Вообще, очень. Я представляла себе это летом. Очень классно. Сказочно? Да. Это превзошло мои ожидания. Ты счастлива? Да, очень.